Петр Утрецкий, участник Великой Отечественной войны, на фронте был командиром зенитной батареи. Награжден орденом Отечественной войны третьей степени, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. После войны получил образование лесного инженера. Работал в Армавирском лесхозе, а в 1956 году с семьей переехал в Адлерский район. И до пенсии трудился лесным инженером Краснополянского лесничества и в совхозе Южной культуры. Далее работал в санатории Южное Взморье. Главное богатство Петра Алексеевича – это двое детей, 4 внука и 3 правнука. Поздравил юбиляра глава администрации Адлерского района Александр Жигалко, ученики школы номер 25, района Совет ветеранов, ТОС «Центральный», представители санатория «Южное Взморье». Имениннику вручили ценный подарок, цветы и поздравительный адрес от президента России.